Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя Легенда. И у нас две колоды. Давайте посмотрим, что нам здесь выпадет. Да, в этой, по-моему, нише шарики. Да? Облом. Так, хорошо, давайте посмотрим тогда вот эту колодочку. Ага, кто-то будет, по-моему, нейтрализатор, да? Так и есть, ребят. Ладно. Не густо, не пусто, хоть что-то, как говорится, выпало. Так, и нам нужно забрать мутаген. У нас всего 1350. Маловато, конечно, будет. Зато очень много сюрикенов. Так, майки, в принципе, можно. Можно было бы кому-то поднять и уровень, да? Так, у нас основные-то кто? Зейк, майки. Так, видите, Паукус тут у меня. Ксевер Монтес, Джастин. Да. Ну, давайте что-нибудь приобретем. Я думаю, что, да, Донателло можно купить за 4000 сюрикенов. Все. Больше у меня ни на что не хватает. Денег у меня тоже мало, всего 36 баксов. Это вообще никчемно. Так, списочек мой список. Ну, давайте попробуем все-таки вот так сделать. 850 еще остается, ребят. Не густо. Даже не знаю, ребята. Неохота. Вот Зека. Давайте Зеку, наверное, все-таки поднимем уровень. И еще один. Все, 57 мутагенов у нас осталось. На больше нам не хватит. Так, задание мы с вами выполнили, да, я смотрю. Так, Донателло. Давайте здесь заберем реворд. Так, отлично. Так, бой. И давайте, может, приключение. Особое событие. Особое событие, блин. Так, эпизод 4. Нам дадут деньги. Ага, здесь такие враги, что мы, ребят, с вами навряд ли тут справимся. Поэтому даже и суваться туда не стоит. Сюжеточка у нас. Так, мы с вами остановились вот здесь. Ну, я думаю, что уже, наверное, можно, ребята, попробовать пройти. Так, поменяем, давайте вот так вот сделаем. Нам нужен хил. Лео не очень хорошо хилит, так что пришлось его заменить именно на Эйприл. Ладно, ребят, давайте потихоньку здесь уже будем разбирать. Найти вам для начала диск. Отлично. Так, кунайчики, кунайчики. А зачем нам кунай тратить, ребят? Давайте просто их будем здесь бомбить. Вот так вот, да. Массовые нам нужно приберечь, я думаю, для босяры. Так, мимо, отлично. Ну-ка, добьешь пинком. Вот, хорошо. Дави, Макман, отличненько. Так, давай этого тоже, оп. Нет, не получилось. Все, замечательно. Так, вторая волна у нас здесь. И так, опять эти поганые грибы. И плюс Макман нас здесь поджидает. Ну-ка, масухой. Все, отлично у нас получилось. Теперь давайте пинок пропишем. Нет, наверное, все-таки синий поганки. Вот так вот, отлично. Так, бомбежка, да? Ай, ты задолбала. Сейчас будет... Ага, это хилинг. И красная. Ладно, хорошо. Как-нибудь мы это переживем. А ну-ка, давай-ка... Ах, не добили, не добили чуть-чуть. Ладно, Зэк добьет, попутняк. Нормулька. Так, давайте, наверное, вот эту как раз. О! Не добьет. Не добьет. Так, Макман, что, харчок свой, да? Ага. Хорошо, мы еще пока живем. Все целые у нас. Также не забываем, что у Эйприл еще есть до сих пор отхил. Вот он. Ну, все здоровенькие, елки-палки. Так, пора, наверное, уже добивать этот последний гриб поганый. Ай, мимо. Елки-палки, да как же так промахнулись-то, а? Ну... Все, я думаю, еще один удар. Тихо, успокойся. Еще один удар. Да ты достал, что у вас такая скорость-то? Чересчур уж большая. Все, остался лишь только Макман. Ну, сейчас мы его быстренько разбомбим. Я надеюсь, он не будет Карайку атаковать, гад этот. Вот так вот. Стреляем. Ну-ка, пинком. Отлично.
Кого он будет сейчас атаковать, а? Если он, конечно, будет. Нет, будет. Оу, щит. Так, надо срочно с ним завязывать, ребят. Так, и у нас последняя волна, но здесь без жертв не обойдется. Ё-моё, опять этот Ладушкин здесь, а? А ну-ка, давайте-ка начнем вот с этого. Ага, хорошо. Очень даже хорошо, ребята. Но мне кажется, что вряд ли мы пройдем здесь, никого не потерявши. Хоть кого-нибудь дозавалят, того же самого Макмана. Вот сейчас вот. Ух. Ладно, хорошо, здесь выжили. Здесь вроде бы тоже. Так, этот подхил, вот гадина эта. Я прям ненавижу ее всеми фибрами души, блин. Она меня раздражает. Это опять все заново, ё-моё. Давай массовым, наверное, шибанем. Так, отличненько. Ай-яй-яй, сейчас этот Ладушкин сходит. И я думаю, что если он ударит массово, то у меня здесь два персонажа просто упадут. Это будет Карайка. Ага, вот так он. Оу. Тихо-тихо-тихо. Не надо никого здесь ронять с моей стороны. Блин, у него очень быстро копится шкала действия, ребята. Очень быстро, блин. Мы еще и промахиваемся, как назло. Ай-яй-яй. По-моему, сейчас он будет следующим ударом делать обзи... Блин, все-таки Макмана вынес, а. Вот тупый. Ай, совсем не дожил немножко, ребята, вот до отхила. Ай-яй-яй. Жаль, печалька, конечно. Ну, хотя бы так уж пройдем. Ладно. Не на чистую. Главное, что мы продвинулись с вами по сюжетной линии. Так, давайте тогда смотреть дальше. О, Крен хочет знать, каковы успехи проекта, известного Кренгу как проект Легенда. У нас были задержки, но я уже разобрался. Больше не будет никаких помех. Как раз сейчас Токман трудится над проектом. В этом случае Крэнк собирается действовать дальше по плану Крэнга. Крэнк дальше действовать по плану Крэнга? Чё несёт ахинею-то? Так, ну что же. Что у нас дальше? По планам. Так, немножко опыта. Блок получили. Так, и у нас здесь эпизод 8. Потом 9, 10... Так, давай, наверное, посмотрим, что здесь. 23-й, 25-й уровень. Слушайте, а в принципе, можно, мне кажется, попробовать. 25-й, 25-й уровень, только лишь вот это вот. Меня смущает, остальное все, в принципе, ерунда. Давайте мы с вами, ребят, для затравочки, как говорится, сходим здесь прогуляемся. Да? Прощупаем, так сказать, обстановочку. Ну, давай так сделаем. Ты смотри, Казек, неплохо шмальнул, а? Так, ну давай, Карайка. О, отлично. Так, что ты, а? Механорыба, ты надоела мне. Так, хотелось бы, конечно, ребята, массовым бомбануть, но не будем, все-таки придержим. Так, зато мы понизили меткость, и это уже плюс. Так, черт, они почему-то на Карайку нападают, блин. Мне бы не хотелось, конечно, под хил тратить только лишь из одной Карайки. Ай-яй-яй. Ладно, давайте раздавим букашку эту. Так, теперь с вертушки. Так, добивай. Молодец, Карайка. Черт, я не это хотел сделать, блин. Я хотел просто выстрелить. Зачем я только массовый удар потратил? Ёлки-палки, а. Он же мне пригодится еще, наверняка. Ладно, хорошо, растоптали. У нас вторая волна. Здесь кто? Я смотрю, тоже ниндзя-футы и механические мышки. Ладно, давайте начнем вот давайте с них. Потому что мыши у нас, знаете, любят дебафить и навешивать всякую ерунду. Так, одна должна сдохнуть. Да, ребята, сдохла, отлично. Кого? Ну что ты опять делаешь? Ладно, ну здесь просто была атака. Давайте, ребят, все-таки подхилимся. Может быть, удастся нам как-то Карайку спасти. Хотя, ай-яй-яй, скорее всего, нет. Скорее всего, не получится. Потому что у нее всего лишь одно деление. И если даже вон тот красный ниндзя-футовец ее долбанет, наверное, она отдуплится. Так, ну-ка, отлично. Ай-яй-яй, черт подери. На грани, ребят, буквально на грани мы. Да, а нет. Выжили? Это уже что-то.
Ну, давайте добивайте вы этого. Все, замечательно. Третья волна у нас. Здесь у нас должен быть босс. И кто там у нас будет? А, Зэк. Черт, он, наверное, будет сейчас диск метать свой. Черт, я даже не знаю. По идее бы его, конечно, снести надо. Но, во, давайте-ка мы вот так вот сделаем. Метнем диск. Так, скорость, ну, не очень, конечно, понижена. Так, а вот теперь уже все замечательно. Можно даже потихоньку разбирать. Минус одна. Так, что делает, что делает? Хорошо, ладно, пускай. Блин, ты посмотри, а. Он как специально, вот как знает, кого надо бомбить. Видимо, тут так автобой сделан у них, что они бьют персонажа, у которого меньше всего хп, или который меньше всего защищен. Почему-то мне кажется так вот. Ладно, давайте уже завершать с этим зэком вражеским. Так, еще, наверное, я думаю, удар или два. Нет, два удара. Ну, да блин. Фух, хорошо, что промахнулся. Так бы Эйприл уже бы валялась на земле. Так, замечательно. Прошли мы дальше. Ребята, это у нас был восьмой, по-моему, да? Лео, пора взглянуть в лицо правде. Нью-Йорк принадлежит Крэнгам. Я согласен с человеком. Здесь теперь небезопасно. Мы должны отдохнуть. А есть место, где мы можем спрятаться? Да, я знаю такое место. И поведет, наверное, к себе в канализацию куда-нибудь. Ну что же. Главное, мы продвинулись с вами дальше, ребята. И у нас... Ух! И у нас, блин, эпизод 9 висит. Так, тут только лишь... Ага, два противника 26 уровня. Слушайте, вряд ли я, конечно, потяну. Блин, а что ж тогда делать, ребята? Так, может быть здесь попробовать, а? Пошуршать. Так, 262 у меня мутагенки. Можно, в принципе, пойти на турнирную арену позарабатывать мутагена. Хм. Так, сразитесь в 10 компаниях, да? В 10 боях. В сложном режиме сразиться. Так. Слушайте, а может быть вот это? Мы, кстати, прошли на 2 звезды. Может быть, сможем на 3-то уже пройти, елки-палки. Я уже грозился еще тогда пройти, но у меня почему-то не получалось. А сейчас, если пройдем, то будет очень даже хорошо. Так, ну-ка, бросаем диск. Ребят, ну, конечно, пройдем, ё-моё. О чем тут вообще на автобой поставлю? Так. Молодцы, справились. Давайте дальше. Угу. Раздавили. Уничтожили. Так, здесь у нас мыши эти механические. Ах, конечно, зря. Массовыми он пользуется ударами. Они бы нам, конечно, пригодились бы. А последний у нас, по-моему, будет Шреддер, да, ребята? Именно этот голубчик. Который, естественно, не Шреддер, а его недешевая копия. Так. Как-то мимо, блин. Как это мимо, я не понял. О-о-о-о, успокойся. О, он тоже мажет. Ну, тогда все, ребята. Ему хана. Смотрите, как мы его быстро разбираем. Ну, он, правда, 20 уровня. Что вы хотите? Все, упал. А мы прошли. На 3 звезды. Отлично, все. Идем мы дальше с вами. Получаем еще новое достижение. Одна нога там, другая здесь. Элита. У нас уже вроде бы было такое достижение. Так, что? Достижение. Забрали. Так. Что у нас здесь нужно? Три боя, да, нужно провести. А мы только один сделали. Так, ну зато мы можем вот так вот за билетики теперь проходить. Так, кого-нибудь можно выбрать получше? Карайка. Карайка. Ух ты, ребята, вы смотрите, у нас скоро будет очередной уровень. Да, совсем немножко осталось подождать. Так, здесь мы забираем все. Так, а здесь нужно в режиме компании 10 боев сделать. Опять же, где 3 звезды, да? 3 звезды у нас тут много где, кстати, есть. Давай попробуем. Блин, 6 очков всего дают, маловато. Маловато. А 12 ни за что не дают, да, по ходу дела.
А, 12 дают за суперсложные. Понятно, а здесь только 6. Хорошо, будем довольствоваться 6 очками. Угу, давай еще разок. Блин, совсем немножко там осталось, ребята, и у нас будет уровень. Ай. Ну, хоть этих у нас хватает. Так. Давай еще разок. И да, ребята, да, именно то, что нужно. Мы получаем с вами 25 уровень. Ну вот, нам достается новая колода. Так, так, ага. Так, я смотрю, там сзади карта какая-то. А, Крис у нас здесь. Крис, кстати, нам тоже не помешает. Так, задание, забираем. Одну серию испытаний нужно пройти. Ну, это для нас расплюнуть. Так, давайте наберем свою командочку. Так, Майка возьмем обязательно. Макмана и Эйприл. Да, без нее нам никуда. Ну что, я думаю, здесь без проблем мы их пройдем. Так, ну это можно пропустить, это мы уже с вами смотрели. Так, первая волна. Ой, 3 цыпленка механических. Разберем просто не глядя, можно так сказать. Так, минус один. Давайте вот так вот сделаем. А то у нас слишком большая скорость нафиг здесь была. Хотя можно было бы даже на автобое, мне кажется, пройти здесь все легко и просто. Давай с ноги. Кия. Отлично. И Макман добивает. Так, последняя волна у нас. Всего их тут две. И вот они, олухи. Так, у нас тут и Бибоп, и Рокстеди. Красавцы стоят. Давай кунаем, сейчас добьем. Все, остался Бибоп и Рокстеди. Так, массовый выстрел идет. Так, с ноги. Ну, наверное, не добьем. Да, не добили. Ну, Макман делает свое дело. Чик. И здесь вот так вот. Ух. Нам нужно было один бой пройти. Один мы это сделали. Сейчас забираем, значит, ревард. Ну, в принципе, это тоже можно пропустить. Это мы видели с вами. Так, и... надо все нам забирать, ребят. Собираем. Вот они задания. Первое. Так, шикарно. И последнее. Так, слушайте, у нас уже и звездочек, в принципе, прилично. 2600. Я могу даже себе что-нибудь купить. Так, и мутагена 2000. Так, давайте-ка мы вот здесь, наверное, с вами повысим уровень. Так, недурно. Так, зэку повысим. 986. Так, Макман, хорошо, фиг с ним. Пускай будет так. Вот. Ну и все, в принципе, мутагена у нас больше нет. Мы не сможем с вами ничего никому уже повысить. Так, по боевке что у нас? По сюжеточке. Подожди-ка, не то, ребята, мы с вами делаем маленько. Так, если, например, нам выбрать... Да, тут дофига у кого, смотрите. 8, там вот 7. Ну, если, например, его. А его найти можно только в серии испытаний. Я хотел просто, думал, карточек поднабить, но нифигашечки не получится. Да, может быть, Эйприл. Давайте возьмем, ребята, за 2000. Фиг с ним, пускай будет. Так, конечно, бы еще мне хотелось Криса немножко поднять до 3 звезд. Или, слушайте, а вот этот вот Бакстер Стокман, он, интересно, хорош как боец или же нет, а? Хм. Если хорош, я бы его, наверное, пожалуй, бы собрал бы. Но как-то он меня немножко смущает. Он в этом костюме дурацком. Мне кажется, от мухи было бы больше толку. По крайней мере, она хилит. Так, ладно. Что мы еще можем с вами сделать? Так, Кейси Джонса я тоже так и не реализовал, по идее. Не умудрился я им поиграть, как говорится, не проверил, на что он способен. Так, Паукус. Ребята, это все для опыта делается. Так, ай, все, у нас, ребята, закончилась пицца. И мы, естественно, уже ничего не сможем сделать. Хотя тут еще очень много чего можно было бы поделать. Кстати, Паукуса, если мы еще одну карту добудем с вами,
то мы можем его раскачать. Но ни шиша, даже денег не хватает. Ну что же, дорогие мои друзья, давайте тогда на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующих сериях и продолжим играть в эту игру. А на этом все. Всем пока. До скорого.